самое время рассказать вам о российском горнолыжном курорте, который открыт почти до июня. Едем на север, в Кировск. Впереди самые горячие катальные месяцы. Давайте посмотрим, стоит ли ехать для этого на Кольский полуостров. Да, на Кольском полуострове горы Хибины, в честь них назван аэропорт. Хибин аэропорт. Последний раз мы пытались до ковида кататься на лыжах и сноуборде в Черногории. Все. И вот. И сразу первый жирный плюс горнолыжки в Кировске. Расстояние от аэропорта до города всего 30 километров. Есть в Кировске что-то депрессивное. Согласны? Но в горах должно быть более оптимистично. Мы заселились в один из тех домов из предыдущих кадров. Подъезд соответствующий, но сама квартира ничего. В Кировске мало гостиниц, но зато почти все сдают квартиры. Наша нам обошлась в 3 500 рублей в сутки. Бронировали за месяц до поездки. Чем ближе к дате заселения, тем дороже. Имейте в виду. Квартира в Кировске. На самом деле... Все было почти забронировано. Найти что-то очень сложно. К тому же, если вообще говорить о гостиницах, так они вообще все забиты, и их очень мало. Поэтому все снимают жилье вот в таких домах. Других нету. Ну, сами квартиры, в принципе, внутри вполне себе нормальные, да, снаружи, конечно, может немножко испугать. В день прилета мы решили осмотреться, прогуляться и скромно отметить годовщину свадьбы в ресторане при гостинице «Северная». Так вот, Катя хотела сказать, что у нас сегодня... Годовщина свадьбы. 11 да. лет, и вот это такой у нас... Мы стараемся на нашу годовщину как-то куда-то выезжать по возможности. Ну да. Вот. По возможности. И вот сейчас мы решили, да, поехать в Кировск, потому что мы в Кировске, мы идем к подъемникам. Мы хотим посмотреть, сегодня уже кататься не будем, но вот посмотрим. Очень много собак в парке. Мы идем к подъемнику Big Wood. Вот сейчас мы разведаем обстановочку, а в следующем году, если окажется здесь... Все, будет подходить для детей. Приедем с детьми, может быть. Все, можно. Сейчас сложно загадывать. Быть что-либо. Ну, я хочу сказать, что почему такие серые дома? Просто зелененьких люди покрасить. И так здесь, как бы, у них суровые условия для жизни. Но можно было хотя бы каких-то ярких. Там, смотри, цветов. Торцы какие красочные. Да, вот к этому мы подойдем и увидим. Идем брать в аренду лыжи. По наводке Дениса Доропея. Прокат хороший, лыжи прекрасно откатали. Сережа приехал со своим оборудованием. Соскучились под горнолыжной атмосфере, давно не были. Она особенная везде. Сейчас основным местом для катания является Большой Вудьявр. На горе со сложным названием Айку Айвенчор. Есть еще один склон, но про него позже. Подъемники начинают работать с 10:00 и до 19:00. Это очень круто. Но выгоднее покупать на сайте, будет немного дешевле. Хочешь много путешествовать, учись экономить. Отвыкла от лыжных ботинок, очень давит, не могу пока понять, как затянуть. Ладно, поехали наверх. Пока поднимаемся, оцениваем трассы. Начинать будем с синей. Мы находимся на северном склоне, поедем по трассе номер 17. А все это, знаете что? Скользкий полуостров. Почему скользкий? Мы сейчас покажем. Ну вот мы и на склоне. Трасса номер 17 вся достаточно широкая и с приятным уклоном. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine
примерно такая же, как номер 17, трасса номер 18 и по сложности, и по ширине, только длиннее. Мы решили, что созрели до красной трассы. Поедем по 9-й, которая выходит на южный склон. Трасса поуже и местами покруче. Как видите, на ней почти нет людей. Это кайфово. На южном склоне мы сначала воспользовались ленточным подъемником, потом перебрались на бугель и поднялись на самый верх. Это было долго. Мы решили прокатиться по красной трассе номер 3, которая потом переходит в синюю трассу номер 2. Как видите, здесь очень широко и, конечно, нам повезло с погодой. Солнце, голубое небо и заснеженные горы. Красота! Внизу, на южном склоне, мы встретили Санту, самого настоящего, ведь мы почти в Лапландии. Далее мы вернулись на северный склон. Именно здесь самый комфортный гондольный подъемник. Пока что только один. Мы поднимаемся к плато и поедем по 23-й трассе. Она шикарная. С северного склона мы поднялись на кресельном подъемнике к началу трасс номер 25 и 24. На карте они синие, но по факту одна черная спортивная, вторая красная. Спуск не сняли. Значит, в следующий раз снимем. У нас опять прекрасная погода. Мы едем на южный склон. Погода отличная, час дня. Как сказал Сережа, Кировск – это курорт для сов. До 7 работают подъемники. Есть одно важное правило. Никогда не разговаривайте с незнакомцами. Вот мы сейчас познакомились с ребятами. И наше знакомство закончилось укусом собаки девчонки. Сейчас покажу вам этих собак. Они здесь бегают, и их все гладят. И вот она ее погладила, собака ее укусила. Собаки. Южные склоны. Пустые, широкие. Мы прокатимся по 3-й, 4-й и 5-й трассе. И на этом пока закончим знакомство с трассами Кировска. Мясная тарелка. Да, с брусникой. Нет, ну ты съешь брусник, в смысле оленя? Со вкусом елки. Фрикадельки из оленины.
мы решили здесь пробовать все из оленины, потому что это северная такая тема. Есть у оленины такой вот свой небольшой привкус. Ты будешь всех съедать? Грибы. На горнолыжном склоне есть тоже ресторанчики, кафешечки. Вот. Это на южном склоне. И здесь тоже можно попробовать традиционные блюда из оленины. Например, я буду сейчас есть тефтели из оленины. Ножи не тупые. Вот. У оленины есть такой вкус необычный, непривычный для нас. Мне кажется, я к нему уже привыкаю. Олень. Суп гуляш из оленины с можжевельником и чем-то. Почему-то, кстати, они, в принципе, к оленине часто что-то такое хвойное подают. В общем-то, еловый суп с олениной. Таким прям ярким хвойным привкусом. Надежды на северное сияние у меня никакой не было, потому что пишут, что оно, его можно увидеть с сентября по апрель. Вот. Но сегодня ясная погода. На небе нет практически облаков. И так будет до там где-то 3 часов ночи плюс-минус. Второе. Сегодня геомагнитные бури. 6 баллов. Ночью будут 5-6. А северное сияние можно увидеть, когда геомагнитные бури 3 балла. Если 7 баллов, то даже в Санкт-Петербурге люди видят северное сияние. Да? А мы-то здесь, за полярным кругом, где оно как бы и живет, можно сказать. Вот, поэтому у нас появилась надежда увидеть и снять эту невероятную красоту. Мало того, по прогнозу сегодня будет разноцветное северное сияние. Не чисто зеленое, а зелено-розовое. Может, еще какие-то цвета бывают, но, по-моему, только зелено-розовое. Приехали мы куда-то в Тирвас. Вот, ловить сияние. Пока что-то не видно. Ловить. Хотя у нас, извините-ка, 8 баллов геомагнитные бури. Вот, а в Москве тем временем наблюдают аж цветное северное сияние. А мы здесь на севере пока что никакого не наблюдаем. 12 часов уже пробило. Время 1 ночи. Пока ничего не видать. Но мы не сдаемся пока. Минус 8 градусов на улице. Короче, мы уже замерзли. Вызываем такси. Тут какие-то в небе есть белые линии. Вот одна прям не зеленая. А сейчас мы едем в одно очень крутое место. Так, мы приехали в Тирвас. Ну, вернее, Тирвас – это название гостиницы, я так понимаю, а не место. Комплекса. Вот. Да, комплекса санаторно-оздоровительного. Здесь есть бассейн, в который могут приезжать из Кировска, в общем, отовсюду. Можно приехать и купаться. Ну, короче, стоит 400 рублей час, 2 часа 800 рублей. Вот. У нас сегодня вылет, но мы решили перед вылетом искупаться. Еще здесь есть шведский стол, который стоит всего 500 рублей с человека. Вот. Перед вылетом мы хотим пообедать здесь, покупаться. Отдых в Тирвасе был вишенкой на торте нашего мини-путешествия в горнолыжный Кировск. Вот это мы идем в бассейн, здесь пахнет уже хлоркой. Естественно. Я скажу, что вот очень... так бассейн будет выглядеть. Выглядит все очень достаточно. Да, все очень. Выглядит. Так, вот он вход.
Очень круто! Плывешь и вид на горы. Для сушения купальных костюмов. Смотрите. Берем, опускаем вот сюда. Видите, вот. Опустили. Дальше закрываем крышку на 10 секунд. Все. Сухо. Так, ну что, бассейн нам понравился. Теперь мы сходим, посмотрим, что здесь за шведский стол. Хотя она говорила, бахилы надеть. Ручки помыть. Очень понравился шведский стол. Большой выбор. Вкусно, разнообразно. Одним словом, рекомендуем. Пора возвращаться домой. Вывод сделан следующий. Мы приедем сюда с детьми. Наша младшая дочь уже доросла до возраста, когда можно попробовать встать на лыжи. А как вы могли заметить, трассы здесь широкие и малолюдные. Спасибо за просмотр. Не жалейте лайки и комментарии, мы это ценим. До новых видео!